Белорусский студенческий строительный отряд «Эврика» готовится к отправке на космодром «Восточный», пока для возведения объектов инфраструктуры. Сегодня состоялась торжественная церемония проводов. Студотрядовцам передали государственный флаг. С ним «Эврика» будет представлять Беларусь в городе Циолковский Амурской области России. Там лучший студотряд страны будет трудиться рабочими второго разряда. В составе студенты Полоцкого госуниверситета. Почти для половины отряда это не первый подобный опыт. Только я за свои 3 года побыла уже и на международном строительном чемпионате в городе Казани, в Татарстане, и на всероссийском слете студенческих отрядов в городе Кемерово, и в Новосибирске, и в Москве на расширенных заседаниях по делам молодежи. И это все за счет отрядов, за счет того, что мы работаем летом. То есть от нас требуется только мы, наши умения, способности. Нужно отдать должное, что Белорусский республиканский союз молодежи уделяет внимание развитию студенческого движения не только внутри страны, но и в рамках союзного государства. Очень приятно отметить, что я же говорю, что это становится традицией. Я вот определенные мысли там высказываю насчет того, хотелось бы, конечно, расширять количество молодых людей, которые бы на стройки Российской Федерации выезжали. Но я уверен, и мне контраргументируют, что количество оно со временем, с развитием обязательно будет, но эти ребята – это качество белорусское, да, то есть это уже подтверждают эти заказчики. Участие белорусского студотряда в строительстве объектов космодрома «Восточный» стало логичным продолжением договоренности двух президентов Беларуси и России.